Кольцевая модуляция – это звуковой эффект, проявляющийся с помощью соответствующего устройства, реализующего приумножение двух исходных сигналов. Отличие от амплитудной модуляции только в частотах. В кольцевой модуляции они примерно одного порядка, а в амплитудной частота модулирующего сигнала много ниже, чем частота несущей. Свое название кольцевая модуляция получила из-за технической реализации. Аналоговая система содержит кольцо из 4 диодов. Полученный сигнал не имеет ничего общего с исходными. Модулятор перемножает два исходных сигнала, источником которых является музыкальный инструмент и внутренний генератор звуковой частоты. При этом генератор может вырабатывать сигнал любой частоты и формы. Это редкий эффект, однако он встречается практически во всех гитарных процессорах.